Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня по многочисленным просьбам покажу свою коллекцию часов и расскажу о тех часах, которых я ношу, которые мне нравятся. Вот, расскажу, которые не очень. Но у меня лежат в коллекции. Тем не менее, есть у меня такие два вот Гейса. Один такой, один такой. Здесь на коричневый на 8 часов, а здесь двойной такой 8, и тут еще 16 часов. Вот такой вот кейс. Он, конечно, не совсем заполнен, но это вот есть часы, которые у меня лежат для памяти. Еще не заполнились. Все, отлично. Ну, во-первых, сейчас мы это все пока вернем. Начнем с этого, с маленького бокса. Потому что там такие более-менее уже часы, которые в эксплуатации были. Вот по просьбам моих подписчиков, вот часы, которые я ношу с желтой стрелкой, как мне говорили. Это часы Гуанжин 1868, а модель у них на самом деле 2001, по-моему, у них моделька. Вот, ну это я исправлю на монтаже, тогда покажу. Да, это часики. Мне очень нравится, потому что ношу их довольно долго. Это порядка, наверное, года 3 уже. Тут, конечно, царапины на ободке. Царапин нет на стекле. Стекло все-таки, наверное, хорошего качества. Ремешок, конечно, затерся, видите, уже покрылся грязью, где-то тут вот даже ржавчина, но это не ржавчина, это вот, я думаю, что это грязь. Надо его отнести их к мастеру, чтобы он их почистил, наверное, как следует. По точности хода приблизительно они удовлетворяют механическим часам, я их подвожу один раз в сутки, утром обычно, ну так, плюс-минус полторы две минуты, они плюс-минус уходят. А, да, есть еще замечание. То, что, во-первых, у них месяц это передвигается вручную. И вот эти кнопки, которые передвигают месяц, вот это, она тоже, видимо, заедает из-за того, что здесь попадает грязь, пыль, пот. И приходится периодически промывать ее ВД-шкой. Ну, это, как говорится, не очень такой вот крупнейший недостаток. Не недели автоматически, месяцы вручную. Да, еще один их недостаток, очень такой крупный. Стоит им полежать буквально часа 4, ну 5 часов, и они начинают останавливаться. Все. То есть они должны быть постоянно на руке, чтобы можно было механизм, чтобы их работал. У них нет завода, поэтому постоянно на руке. Тогда они будут работать. Вот про эти часы Гуанжин я вам рассказал. С удовольствием их ношу. Пока, по крайней мере. Поехали с черной штучки. Что тут за часы у нас? Ну, это часы, подарок у меня отца. Они работают, заводятся. Вот я их храню просто, потому что они есть. Эти часы, как их называется, сейчас точно вам скажу. Девайс. Часы девайс. Вообще не рекомендую вам покупать. Во-первых, при первых же секундах эксплуатации отлетело вот это стекло. Во-вторых, совершенно непонятный циферблат. Мне спрашивали, как вы различаете, вот что там на циферблате написано. Я тоже не различаю. И, в общем-то, можно, наверное, для меня сделать урок безграмотности.
Потом работают отвратительно в качестве того, что то отстают, то бегут вперед. В общем, мне очень не понравились. Вот они мне лежат мертвым грузом. Я их так и не ношу. Пару раз одевал, ну, в общем, разочаровался. Ну, например, вот эти возьмем. Это у нас часы Huawei. Кстати, тоже очень приличные часы. Во всяком случае, я с удовольствием их носил, и, в общем-то, они замечаний каких-то особенных у них нет. Автоматические тоже полностью. Очень приятные часы, очень достаточно точно работают. Точность такая же, как вот я у Гуанчжинов, вот у этих. Здесь есть показывающий циферблат фазы Луны. Здесь есть 24-часовой циферблат. Есть минутная стрелка, вот красненькая, если вы видите, там рядом с неким подобием турбиона. И все, собственно. Часы очень хорошие, мне понравились. Стекло достаточно качественное, поцарапанное мало. Вот. Очень хорошие часы. Вот рекомендую тоже, кстати. На удивление. Так. Это у нас были механические часы. Это часы кварцевые. С двумя механизмами, это с механизмом стрелками и с кварцем, собственно. Понимаете, да, на что они копируют эти часы. Как бы немецкие часы есть такие, очень похожие. Но это не немецкие, это китайские часы. Как вы видите, они до сих пор идут с удовольствием. Я на них проводил, вот они, видите, как занятия, как их подводить, как их ставить. Тоже неплохие часы, с удовольствием их носил. Никаких замечаний к ним нет. Тахор есть часы немецкие, которые, с которых они делали, конечно, образец. Ну, не знаю, они прекрасно идут, да. У всех этих часов водонепроницаемость, это вот дождь, помыть руки, то есть там 3 максимум бара, вот все, каких-то особых таких водолазных часов нет. Далее, часы, еще одни Гуанчжин, которые тоже мне очень нравятся. Они очень простенькие, механические. Моделька у них, кстати, замочек, посмотрите, какой, бабочка. Очень приличные часики, мне нравятся, я одеваю их на какой-нибудь, не знаю, парад. Вот здесь 3 циферблата, один основной, естественно, который показывает время, 24 часа и показывает месяц. День показывают, неделя и месяц в году. Месяц, естественно, вручную. Ну и чай, и очень крупная дата тоже мне нравится, вот видите, 28 чего-то. Не помню, этих часов до 31 или до 40 дня дата идет, не знаю, но бывает у китайцев и такое. Вот, хорошие часики Гуанчжин, вот такая моделька. 5 кварцевые часы, это Naviforce, часы Naviforce. Они, с одной стороны, очень простые, напоминают известные бренды, да, но как-то имеют свое лицо. Есть на внешнем ободе нанесены цифры, вот как вы видите, цифры, и внутри циферблата тоже 12,6. Показано день недели, число, собственно, секундная, минутная стрелка. Очень удобные часики. Не знаю, я с удовольствием их носил. Неплохие часики, неплохие. Они смотрятся хорошо, в общем, мне понравились. Теперь посмотрим часики в другой коробочке. Откладываем. Эти часы, они не китайские, они куплены в свое время в Германии. Это часы Quest. Очень качественные часы, электронные. Водонепроницаемые, ну тоже такого без фанатизма, там, по-моему, 10 метров всего. Ну, это чисто такие немецкие часики. Щелкаешь, видите. Это был подарок. Ну, в общем, так он подарком остался. Так особо их не носил даже. Электронные часы. В свое время, когда я начал заниматься вот этими всеми делами, покупкой часов у китайцев,
приглянулись они мне тем, что очень простые в своем решении. Сейчас там, видимо, батарейка закончилась, потому что на этих экранах появляется тоже время, настройки и все прочее. Очень простые, легкие. Модель АК-1387. Можно поносить, можно, в общем, и если что-то с ними случится, не жалко, потому что они дешевые. Вот. Еще одна моделька. Это часы вот такого типа. Тоже мне очень нравится, потому что очень простые. Очень простые, очень легкие и очень... Это тоже... Нет, это ASML. Это ASML модель. Модель ASM 8801. Написано 50 метров прямо водонепроницаемость, но вы это не верьте. Обычно 3 метра максимум. Но здесь... День недели, соответственно, несколько будильников, что там еще, секундомер, ну такие вот, не знаю, мне понравились, они очень простые и очень классные на вид. Дальше, часы, это Seiko, Casio настоящие, это я сам себе покупал в какое-то время, что-то у меня не было часов или они разбились. Но это еще до... Да. Это Casio. Модель EFA-121. EFA-121. Так, про эти даже рассказывать не буду. Это какие-то карди, непонятно что. Ремонтировал их, не ремонтировал, бросил. Вот еще одни часы легендарные. Это вот в ту первую коробку просится. Это часы Форшенинг. Форшенинг, да. Это механические часы. Носил я их долго тоже, порядка 3 лет. Они ходят, кстати, нормально. У них, конечно, все в грязи и в пыли. Но прекрасно ходят. Они водонепроницаемые до 3 тоже метров. 3 циферблата основной, месяц, день недели и число. Вот здесь, по-моему, до 40 доходят дней в месяц у китайцев. Вот. Вот эти штучки тоже залипают из-за грязи. Ну, они, видите, достаточно переключаются легко. Ну, тут, видите, коррозия уже пошла. Посмотрите, вот. Видно это будет? Не видно? Неважно. Ну, часы мне очень нравятся, они оставили очень хорошее впечатление. Вот эти Форшенинг, я рекомендую их совершенно спокойно покупать. Они своего стоят. Часы-убийцы. Не знаю, это в качестве используют в качестве граната. Часы Weide. Очень известная фабрика, очень мне нравится их оформление. Носил тоже их пару раз, это чисто... Ну, такие, я думаю, понтовые часы. Вот. Никакой вот непроницаемости, естественно. Ну, такие прикольные. Толщина. Видите? Ничего, нормально. Себе, видите, оставил, чтобы иногда одеваться для борьбы. Чтобы не унесли птицы. Так, шутка. Вот видите, опять же, часы, которые вам ничего не напоминают. Это тоже напоминает вот те, которые я вам показывал. Помните, вот 1000. Но это часы Мигир. Они, кстати, нормально идут. Они только такой вот интересной формы. Посмотрите. Видите как? Ну, тоже ничего. Вроде как. Вот они идут. Я просто остановил стрелку. Очень прикольные такие часики. Это часы Мигир. Часы Navforce. Нравится мне эта фирма. Часы очень простенькие. Посмотрите, часы... Ну, скажем, больше для военных, наверное. Хотя, что мне в них не нравится... Вернее, сначала что нравится. Во-первых, очень большие цифры, большие числа даже по дня недели. Это видно сразу издалека. Потом, в темноте они достаточно быстро гаснут, но светится какое-то время, и видно про них... Какое время не показывают. Вот. Ну, недостаток то, что, естественно, что они там особо водонепроницаемые.
то есть 3 метра опять же. И кожаный ремешок мне не нравится, потому что рука в кожаном ремешке потеет, и он становится склизким и противным. Я не люблю кожаные ремешки. Сами часы по себе такие прикольные. Ну, это я даже комментировать не буду, это какая-то гадость. Винер купил из-за того, что там скелетон, вот видно эти, особо не носил, и, в общем, вам не рекомендую. Часы Swatch. Ну, не буду о них ничего говорить, это сам я себе покупал как в свое время. Вот, уронили их где-то, да, вот уронили их на кафель, треснуло стекло. Ну, ничего, нормально, часы. Долго носил. Так, часы. Это часы, напоминающие, да, известный бренд, но ничего общего с ним не имеющие. Просто из прикольного вида. Они дешевые, их можно поносить, выбросить, убить. И вот для счета этого и были куплены. Опять часы Swatch. Опять такая же модель. Ну, не знаю. Все мне не понравилось, не видно ни циферблата, ничего, видите, особо не идет. Ну и крайние часы, это, опять же, я так понимаю, что это тоже Navi Force. Он называется Military Royale. Royale. Чем они классные? Они, во-первых, простые, как велосипед, блин. На них видно сразу все показания, очень классно. Они тоненькие, они то, как бы на руке ничего, никаких этих отрицательных каких ощущений. Все видно, все прекрасно. Электронные часы до сих пор идут, рекомендую. Единственное, что видите, что с ремешком лучше бы поменять. Я бы поменял ремешок. А так классные часы, мне очень в свое время не нравились. Вот такой краткий обзор. Краткий обзор, если вам это интересно. Такие у нас обзорные передачи, поскольку все никак я не соберусь с ремонтом. Вернее, как собрался, но никак мы еще не подойдем к моей маленькой студии. Маленькая студия. Поэтому задавайте вопросы. Если это интересно, вот такие часики у меня лежат. Несколько часов я подарил хорошим людям. Такие достаточно тоже Navi Force подарил свои. Какие-то тоже хорошие были часики. Тоже идут. Там, судя по отзывам, все нормально. Какие-то вот какие-то уже не идут. Ну ладно. Тем не менее, с удовольствием показал то, что у меня есть. Вот, какие-то вопросы есть, задавайте. Если что, будем дальше заниматься часами. Тем более, уже есть, скажем так, новые модельки и новые часики. На этом все. Ждите дальнейших выходов. Всем счастья, всем удачи. Пока.